Здравствуйте, с вами Николай Пивненко в проекте «Дата». Сегодня 7 января, Рождество Христово. С праздником вас! Это государственный, между прочим, праздник, официальный выходной день. Люди, которые придерживались 40-дневного поста, начинают разговение утром в этот день. На столах появляется изобилие мясных блюд, запеченный гусь или курица, домашние колбасы, котлеты, заливное. Гостям наливают вино. Теперь о родившихся в этот день. В 1925 году пришло время появиться на свет известному английскому натуралисту и писателю Джеральду Дарвину. Его книги составлены на основе его отчетов об экспедициях и литературно обработаны, призваны выполнять внелитературные функции, как говорят суровые эксперты. Однако получилось так, что в таких зарисовках встречаются яркие характеры как людей, так и животных. А тонкий, сдержанный юмор рассказчика, что называется, просачивается даже сквозь естественно-научные наблюдения. Наталья Гвоздикова, советская российская актриса, появилась на свет в этот день, которая одно время, как мне кажется, была даже советским секс-символом в кино. А в 1964-м рождается Николас Кейдж, американский актер, режиссер и продюсер. 1972 Светлана Журова, российская конькобежка, олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира, а ныне депутат Госдумы Российской Федерации. Также появилась на свет в Рождество 7 января. Ну а теперь о некоторых событиях. 1610 год. Открытие четырех крупнейших спутников Юпитера. И кто открыл? Галилео Галилей. 1726 год. Состоялось первое заседание Петербургской академии наук. Ну а теперь о приметах и поверьях этого дня. Если 7 января стоит теплая погода, весна будет поздней и холодной. Если в ночь на Рождество на небе много звезд, год будет обязательно урожайным. На вашем персональном рождественском столе должно присутствовать именно 12 блюд. И за ужином следует оставлять чистую тарелку и приборы для ушедших родственников. Если первым гостем в доме в день наступившего Рождества будет женщина, в следующем году семью ожидает несчастье. Найти какую-то вещь на Рождество к достатку и материальному благополучию в наступившем году. Ну а потерять – к убыткам. Ну и самое последнее. 1839 год. Физик Франсуа Раго на заседании Парижской академии наук впервые сообщил об изобретении Даггером и Ньепсом даггеротипии. Не бойтесь, ничего страшного. С 1935 года по решению 9-го Международного конгресса научной и прикладной фотографии именно эта дата, 7 января, считается днем изобретения фотографии. Так что сегодня мы можем фотографировать что угодно и когда угодно, пользуясь практически любым мобильным гаджетом. Остановись мгновение, ты прекрасна. По-прежнему отличает настоящее искусство от простого фиксирования нашей жизни. Как говаривали уличные фотографы в 90-е лихие года, пытаясь заработать на проходящих мимо горожанах, мы умеем видеть красиво. А вы? С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».